именем талантливого педагога, гармонистки и поэтессы Аполлистан Магомедовны Алакаевой назван Дом культуры в ауле Каменномост. На мероприятии присутствовали родственники, ученики и все, кто был связан с ее творчеством. Подробности расскажет Карча Биджиев. Потрясающий талант от Бога, внимательный, отзывчивый педагог – все это можно сказать о старейшем и почетном работнике культуры Карачаево-Черкесии Аполлистан Магомедовны Алакаевой. Даже в самые тяжелые времена она не утратила способность творчеству, слагая песни о нашей родине, выражая свою любовь в музыке и танцах, которые сохранились в первозданном виде. Аполлистан Алакаева внесла неоценимый вклад в развитие культуры народа и республики и передала свой талант детям. С малых лет играла, она в этом Каменномосте всю жизнь посвятила культуру. С малых лет она вот работала, 110 мелодий она на гармошке играла, коллективы я... Являюсь заслуженным артистом Карачаево-Черкесии, по стопам пошел мой младший брат Алакаев Альберт Амарбиевич, тоже представлен к награде заслуженный артист Карачаево-Черкесии. Вот мы вдвоем возглавляем культуру, а она сама, как самородок, с малых лет она играла на гармошке. И в Средней Азии тоже она возглавляла, создала там танцевальный коллектив «Карачай». Оттуда, когда приехали в 57-м году, с 57-го года она возглавляла здесь, художественным руководителем работала, Мингитау назывался коллектив. Красота звуков национальной гармоники рождает радость, дарит любовь и приумножает добро. Без музыки, как без света, мир не может существовать. Музыка сопровождает человека всю его жизнь, в радости и в горе. И она переходит от одного поколения к другому. Все ученики Аполлистана Алакаевой как один говорят о ее даре преподавания. Ведь каждому она относилась как к своим детям. Являлась и моей матерью. Я приезжал практически каждую субботу, воскресенье. Я видел... как она относилась к детям, с которыми она работала. Она великолепная гармонистка. Талант дается Богом, а преподнести народу только человеческий фактор. Она была настоящим человеком. Она умела любить, понимать, чувствовать, к чему интерес того или иного участника коллектива, в котором она работала. И не было такого, чтобы она говорила, нет, вот это будем делать. Бывало такое, что я лично присутствовал, когда она у детей спрашивала, что бы вы хотели танцевать вообще. Мелодии сокрыта душа любого человека. И Аполлистан Алакаева через свое творчество передавала людям нотки радости и добра. Карча Биджиев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия, Каменномост.